Итак. Блин, слово «итак», слово «паразит». Надо менять это слово, убирать. Ребята, всех приветствую. Завел МТЗ-50 с двигателем Д-240. Сейчас поедем на огород. Зацепим сенавозную платформу. Подъедем здесь и будем стоять, ждать деда Петю. Хотим съездить сегодня к осенам. Так что сейчас у деда дела там дома кое-какие. Ну а мы пока с вами. Вот я завел его. Объеду, подвезу. Трос я там уже распутал. Ну и зацепимся, подъедем, будем ждать деда. Вот так вот. Ну что, поехали. На улице холодно, где-то плюс 2, плюс 3. Вот, может быть, чуть-чуть повыше, но прохладно. Вот в куртке. Дверь специально не ставлю. С дверью мне в данный момент не холодно. Ну, комфортно, короче. Вылазить, залазить удобно, хорошо. Вот так вот. Сейчас мы объедем, зацепимся. Одел тут половик старый свой на капот. Сохранять. Надо новый, короче, половик брать. Этому половику, наверное, лет 7 или 8. Уже начал расползаться. Вот так вот. Вот такая платформа. Все. Ждем деда. Сейчас сюда положим топор, еще положим. И положим лопату. Вот. И возьмем веревочку с собой. Веревку, чтобы привязывать. Вот так вот. Вот так, ребята, мы приехали. Поставили волокушу напротив стога. Первый раз сегодня. Поставили полежки вот так вот. Не знаю, как надо. Так или так. Ну, попробуем, чтобы не катилось. Может быть, надо упор сюда было делать. Палки сюда брать, чтобы... Так, потом уже... Ну, сейчас посмотрим. Вот. Это так стоит. Это лежит на земле. Трос я зацепил. Сейчас, дед, сейчас вдвоем попрем. Вот. Вдвоем. Так. Трос был куплен, это, вместе с волокушей был. Такой вот с петлями. Загрузились.
выдернул кордонку. Да? Кордонку выдернул, ехал. В жопу ветер греет. Так вот, поедем дальше. Ветер, короче, дует в спину. Температура поднялась, кордонку выдернул. Бумажную. Фу, доброе утро, друзья. Вчера привезли сено, стажок пробный. И вот что получилось. Короче, стали стягивать. Трос зацепился. Слишком низко опустили трос за жерди. Потащил одно, другое. Короче, сломалась волокуша. Ну вот так вот. Сегодня вот в таком виде она состоит. Видится. Надо ее ремонтировать. Здесь менять целиком. Короче, разбирать, менять. Вот так. Так, короче, она в таком виде в данный сейчас есть. Вот. Кое-что, что здесь сгнило. Ну что, делать надо? Надо делать. Сейчас будем делать. Так, пойду за ключами откручивать, вытаскивать, что открутится, ничего не открутится. Вот это поперечина зацепилась тут. Тут вот вытащили, дернули, она отпала. Но одним словом, дел много. Стажок вон. Ехать на ней, тащить было очень хорошо, замечательно. Вот это вот сгнила. Да, короче, тут чуть-чуть не пошло там не так, и все, и пошло это все дело. Ну. Вот. Вот такие дела, ребята. Сено возить надо. Сегодня подморозило. Сделали волокушу, понятно, теперь завтра поедем, сегодня нет, сейчас туда ехать, было бы ей поближе, съездили бы, так нет, сейчас пока поедешь, пока то, ну, все время надо. Так что, вот так сделали, вроде все нормально. Что делали-то? О, она была вот до сюда, считай, что мы тут, видишь, сантиметров 70 удлинили туда. Почему? Потому что, ну, прицеп за этот нехорошо было сделано. Но сейчас времени нет, мы по-человечески возить надо. Друзья, вот наша волокуша, над которой мы трудились.
вчера трудились, сегодня. Вот она стоит уже готовая. Готовая к завтрашним испытаниям. Мы удлинили здесь, вот у нас стоял брус железный в этом месте. Удлинили все это сантиметров примерно на 70. Сантиметров на 70 удлинили, может быть, даже на 80. Ушли мы от железного бруса. Все полностью здесь она деревянная. Вот. Ширина осталась у нас точно такая же. А здесь сделали, вот прицеп мы сделали короткий, его примерно до метра, вот его расстояние. И здесь вот поставили, здесь вырезали вот такие вот сходни, или как это назвать, ну назовите как-нибудь интересно, как вы назовете здесь вот, чтобы они не скользили. Здесь срез сделанный такой вот специальный, и вот так вот будет устанавливаться, вот, чтобы она не скользила. Будет потом, да, поедем когда с собой, возьмем пилу и, может быть, там подпилим, чтобы они были гладко, чтобы она заходила и можно было также спускать гладко, чтобы не было такого вот. Вот, это во-первых. Во-вторых, вот сейчас это стоит на брусе, на деревянном, 20 сантиметров. На 20 сантиметров мы это все дело опустится. Думаю, что будет это все нормально. Вот здесь вот у нас такие вот эти палки. Ну не палки, вот горбыли добавили. Здесь поперечина лежит вот дополнительно, вот где-то примерно двухметровые вот это. Дальше также вот получилась такая вот конструкция. С собой обязательно вот полежки, чурки, вот такие вот, для того, чтобы подкладывать под колеса, когда будешь натягивать, чтобы она не катилась. Вот интересно самому попробовать, как это все будет задействовано.